Сезон катания на коньках для балаковцев стартовал в этом году раньше обычного. Сегодня в парке «Центральный» заработал открытый ледовый комплекс. Это новогодний подарок от компании «Фосагро» всем жителям Балакова. И любители активного зимнего отдыха поспешили сюда, чтобы первыми испытать ровный лед. В интернете прочитали и решили сегодня сразу в бой пуститься. Первый же день на первый же сеанс. Я стою на коньках второй раз в жизни. Ну, тяжеловато. Меня подруга учит. Посещение катка бесплатное, но посетителям необходимо получить входные билеты, выбрав подходящее время для катания. Это делается для того, чтобы не было столпотворения на льду. Мы работаем по сеансам с 10 утра до 10 вечера. На сеанс может пройти не более 80 человек. Чтобы забронировать билеты, можно обратиться либо на сайт по ссылке, то есть провести онлайн-регистрацию, получить билет, либо получить билет в кассе. На сайте у нас представлено для жителей не более 30 билетов, в кассе можно получить оставшиеся 50. Константин Сайков пришел на каток вместе со своей супругой и крошкой-дочкой. Для нее это первый выход на лед. По всему видно, что Василиса ждала этого не меньше своих родителей. Семья даже коньками запаслась. Своя она как бы привычнее, и тут уже все знает, все подобрано. Ну, я думаю, в принципе, тут проблем не будет с этим. Я вот смотрю, тут очень много инвентаря. Мне кажется, мне самому будет даже интересно попробовать на этих коньках кататься. Василиса начала свой путь по льду при помощи родителей. Но для тех, кто только учится кататься, здесь предусмотрены помощники фигуристов, забавные панды и пингвины. Держись за них крепко и не упадешь. А еще на катке для тех, у кого нет своих коньков, предусмотрен прокат. Разумеется, бесплатный. Коньки хоккейные и фигурные, с ровными лезвиями и зубчиками всех размеров. Из своих я уже вырос. А выяснилось это только сегодня, когда мы хотели поехать. Просто говоришь свой размер ноги, и тебе просто бесплатно выдают коньки. На катке играет музыка, работает экран, а вечером загорается подсветка, создавая праздничное настроение. И пусть зима пока не балует нас снегом и морозом, в парке «Центральный» уже наступила долгожданная зимняя сказка. Вообще круто тут, лед очень скользкий. Хоть век будешь кататься, не надоест. Я советую всем балаковцам сюда прийти, это очень хороший каток. Он вообще стоит похвалы. Мы уже так давно не катались, ребенок вообще первый раз, ему очень нравится. Вообще спасибо «Фосагро» за такой подарок для города. Каток работает ежедневно с 10 часов утра до половины 10 вечера. Один сеанс – 60 минут. Отметим, что приходить на площадку лучше всего минут за 15, потому что после каждого сеанса проводится уборка помещения проката и подготовка льда при помощи специальной машины, поэтому придется ждать точно назначенного времени. На катке нужно соблюдать правила поведения. Например, здесь не допускаются хоккейные тренировки с клюшками и шайбами, быстрая езда, а также приветствуется уважительное и доброжелательное отношение друг к другу.